Самарской области продолжают выяснять причины крупного ДТП, в результате которого заживо сгорели 13 пассажиров микроавтобуса. Все произошло в Большечерниговском районе на 130-м километре трассы М-32. Лоб в лоб столкнулись автофургон Toyota, перевозивший граждан Узбекистана и Таджикистана, и фуры Mercedes. Как стало известно, пассажиры микроавтобуса ехали к российско-казахстанской границе для продления виз. По предварительной версии, микроавтобус вылетел на встречку и после столкновения загорелся. На место прибыли все экстренные службы. 13 человек погибли, трое, в том числе водители, госпитализированы. Продолжается процесс опознания погибших. Предположительно, причиной ДТП стала усталость водителя и потеря контроля над автобусом, над управлением. По данному факту возбуждено уголовное дело по 264 часть 5. Это ясно, там будет дальше. В рамках этого дела будут проведены соответствующие экспертизы, в том числе автотехническая, судебно-медицинская экспертиза. По данным ГИБДД, водитель Toyota, который вылетел на встречку, уже 14 раз привлекался к административной ответственности, в том числе 9 раз за превышение скорости. Кроме того, как рассказали правоохранители, по решению суда он в прошлом был оштрафован на 5000 рублей за выезд на полосу встречного движения.